В ОШ из Санкт-Петербурга возвратились 184 кыргызстанца, включая маленьких детей. Как сообщили в МИД, сегодня в южную столицу прибыл рейс авиакомпании «Уральские авиалинии». В страну вернулись женщины на поздних сроках беременности с малолетними детьми, а также граждане с тяжелыми заболеваниями. Подробности далее. Чартерный рейс приземлился в аэропорту Оша после обеда. Самолет уральских авиалиний маршрутом Санкт-Петербург-Бишкек возвратил домой очередную партию кыргызстанцев. Всего 182 человека. В первую очередь домой возвращаются женщины с малолетними детьми, беременные, пожилые люди и другие граждане, которые нуждаются в перелете больше всего. Возвращение домой не повод расслабляться. Все прибывшие проходят тщательную проверку на наличие симптомов заболевания. Дезинфекцию проходит даже багаж. Прибывших проверяем по новому алгоритму. Температура тела замеряется еще на борту самолета. На данном рейсе лиц с повышенной температурой тела не оказалось. Ведется строгий учет прибывших. Списки, составленные МЧС, передаются врачам ЦСМ для дальнейшего наблюдения. Список всех прибывших внесен в специальную базу. Дальнейшее наблюдение за ними будут вести врачи по месту жительства. Отметим, возвращение кыргызстанцев из-за рубежа после отмены регулярного международного авиасообщения ведется по поручению главы государства. Так, на сегодняшний день домой вернулись свыше 23 тысяч соотечественников из более чем 50 стран. Бекмамбет Асанбекулы, Ниат Эргешева, ЛТР, Ошская область.